You're like lightning in my veins. Oh, I'll never be the same. I'm all better now that you're here. You're the sun after the rain. Chase away the cloudy days. All I'll ever need, my dear. And all I wanna do is sit right here. Познакомились в школе. В школьном возрасте мы ездили вместе в Санкт-Петербург. То есть я учился, наверное, в 9 классе, Оксана в 8. Ну, собственно, вот там в поезде познакомились. Нас общие друзья познакомили, общались, долго дружили, а потом уже начали встречаться. И она такой человек, искорка, которую, ну, невозможно не заметить, которая сразу бросается в глаза. Она веселая, зажигательная, это просто, ну, огонечек такой маленький. Наверное, это что он очень добрый, заботливый, вот это привлекло. Не вспомнил никакого нашего первого свидания. Ну, у нас не было первого свидания как-то. Может быть, это потому, что были школьные годы, и как бы в школе еще нету такого опыта. Сначала мы дружили, потом, получается, начали встречаться. Ну, может быть, это было просто что-то такое банальное, там, после школы провожание домой. Как такового первого свидания не было. Да, у нас были трудности в отношениях, конечно, ну, не хотелось бы об этом вспоминать. Какой-то период, очень долгое время совсем не общались. Со временем поняли, что друг без друга не можем, и снова начали встречаться. Сейчас все хорошо. У Александра, ну, он иногда смотрит «Ревизора», там, «Орел и решки». Ну, если говорить о сериалах, то любит она Paramount Comedy канал и всякие там сериалы типа «Теория большого взрыва», «Друзья». А мне очень фильм нравится, эта комедия, называется «Реальная любовь». А, вот. А у Саши фильм, почему-то он мне не нравится, он называется «Отважное сердце», но это его любимый фильм, и когда он хочет, мы его сидим и смотрим. У нее, ну, наверное, два любимых актера, Джерард Батлер и Том Харди. Мне нравится Том Харди, наверное, больше из-за внешности, чем его актерские данные. А у Александра есть, я просто не помню фамилию, имя его. Мел Гибсон. Ну, без лидера, конечно, быть не может отношений. В любом случае, кто-то в семье всегда должен принимать какие-то ответственные решения, делать первые шаги. Наверное, нет главных в каких-то вопросах. Я прислушиваюсь к его мнению, а в каких-то вопросах он занимает мою позицию, то есть... Ну, то есть вести вот эту пару, ну, по умолчанию эта роль мне досталась, но Оксане этого знать не обязательно. Во-первых, мы все время свободное проводим вместе. Стараемся куда-нибудь выезжать, то есть это более активный отдых. Походы в театр. Любим кататься на сноуборде, осваиваем вейкборд. Вот просто погулять по городу, походить по магазинам. Обычные житейские такие времяпрепровождения. У меня любимый напиток молоко, у нее водичка, вода. Ну еще морс клюквенный любит. Есть такой напиток, он алкогольный. Называется Мичелада. Это томатный сок, пиво, лайм и соус табаско, то есть вот это его напиток. Да, есть одна интересная история. В общем, мы как-то собрались в очередной раз позаниматься экстримом. Прямо вот в день перед поездкой что-то там маленько поссорились и от общей группы отбились. Прошло немного времени, буквально там 5-6 часов, помирились, все нормально, ну, естественно, что распланировали, надо ехать. И вот у меня запомнилось почему-то вот этот переход границы через Киргизию, когда мы стоим с одной стороны с этими досками, сноубордами,
там пытаемся что-то пройти, а навстречу идут эти какие-то караваны челночников, какие-то китайцы, короче, ночь на дворе, какие-то там мужики непонятные киргизские, то есть мрак. Я Оксане частенько это вспоминаю, говорю, вот не хотела по-человечески лететь, будем вот тут как беженцы перебираться. Ну ничего, добрались, все нормально. Мне больше всего понравился день, это было давно, еще в начале отношений. Мы отмечали 14 февраля, я была на работе, ну, я допоздна работала до 10. А Саша за мной заехал, говорит, сейчас мы поедем на набережную. Мы поехали на набережную, она была заснеженная. Саша сам испек тортик, купил с собой там всякой еды. И, в общем, мы сидели на набережной в машине, ели и отмечали вот этот праздник. А, и был чай в термосе, то есть как-то это вот больше всего запомнилось. Ой, Саша им всегда нравился, они его очень давно знают с детства, как бы он, грубо говоря, вырос на их глазах. Они ее очень любят, то есть они ее тоже достаточно долго знают, очень хорошо знают. Ну, очень хорошо отзываются, с их сторон положительный мальчик. Ой, я вообще всеядный, начиная от там шансона и кончая тяжелым роком. Саша в последнее время, я не знаю почему, он слушает рок такой тяжелый. А у нее где-то в середине все остается. То есть рок тяжелый отметаем, шансон отметаем. Вот серединка в виде попсы, ну и такой какой-то а-ля DFM, а-ля Hit FM. А вот я больше, наверное, люблю что-то попсовое. Как зарубежную попсу, так и, наверное, русскую. Guns N' Roses, Spleen. А у Оксаны DDT, наверное. Что-нибудь типа пикника или Наутилуса кино. Ой, Александр, ему нравится мумитроли. Я его терпеть не могу, поэтому... Прости меня, Саша. Ну, в общем, ему нравится Илья Лагутенко и группа мумитроли. Будет. На работу в Гватемалу. У нас маршрут будет там через всю Европу и конечная точка наша любимая Гватемала. Голубой, ближе к синему такой. А у невесты серый. Зеленый. Саша, наверное, голубой. А, стейк. Gucci Rush 2. Такая розовая коробочка. Она такой человек, позитив. Она прям реально насыщает мою жизнь какими-то красками. Он очень заботливый, очень добрый, как бы позитивный. Вот это мне в нем нравится. Наверное, двое. Ну, не менее двух. Имя девочки мне нравится Алиса. Но это мы не обсуждали, я не знаю. Мария. Вот, если мальчик... Андрей или Алексей. Ну, Александр мне нравится. Ну, у нас Александр в семье уже пруд-пруди. Да, Ирина. Галина. Ну, я сейчас ее называю тетя Ира. Тетя Галя. Мы хотим в Диснейленд. Ну, наверное, такая глобальная мечта. Это то, чтобы мы все время жили дружно, мирно. Наверное, попутешествовать еще по разным странам. Чтобы была хорошая, здоровая семья, дети выросли здоровыми, чтобы дать им хорошее образование, такое, которое, ну, реально будет цениться не только в России. Купить дом. Мы хотим свой дом. Еще, правда, не определились, где он должен быть. Либо поближе к теплу, либо поближе к нашим родителям. Вот, ну и как бы внуков увидеть, понянчить.